При осуществлении патрулирования по улице 30 лет Победы было замечено транспортное средство Renault Duster, водитель которого управлял транспортным средством неуверенно, вилял из стороны в сторону, неоднократно выходя на полосу встречного движения, создавая аварийные ситуации. Нами было принята попытка остановить транспортное средство. Водитель машины не подчинился законным требованиям полицейских и, набрав скорость, попытался скрыться, в связи с чем за ним было организовано преследование. На неоднократные требования полицейских об остановке правонарушитель не реагировал. Предупреждение о возможном применении табельного оружия, произнесенное инспекторами ГИБДД, мужчина проигнорировал. Останавливаюсь, принимаем справа. На неоднократные требования вы не реагируете. Я был вынужден применить табельное оружие. В итоге при выезде за пределы жилых кварталов одним из сотрудников после предупредительного выстрела было произведено еще несколько выстрелов по колесам автомашины. После остановки транспортного средства правонарушитель был задержан. Злоумышленник привлечен к ответственности по двум статьям административного кодекса: управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Денис Желтов, Андрей Багаев, дежурная часть, Саратов.